Всем привет, ребята! Если вы первый раз на моем канале, то меня зовут Настя и добро пожаловать! Я очень часто натыкалась на ютубе на похожие видео и решила заснять свою версию, потому что уже завтра мне 19, и я думаю, что за мои 19 лет у меня правда накопилось очень много важных аспектов своей жизни, которыми я бы хотела с вами поделиться. Итак, это 19 вещей, которые я поняла за 19 лет. И первое – это не навязывать другим свое мнение. Да, оно, конечно, должно быть, и ты можешь его высказать, но не более того. Ставить цели и добиваться их, а не просто мечтать. Не стоит рассказывать каждому второму о своих планах, иначе все рухнет. Ошибки и правду учат нас жизни. Не париться по пустякам, особенно нам, девочкам, ведь мы так любим придумывать себе всякие проблемы. Быть всегда уверенным в себе. Любовь все-таки существует. Как будто, знаешь, парень заставил сказать. Самое главное в людях – это искренность. Умение мыслить позитивно действительно очень круто влияет на нашу жизнь. Нужно быть коммуникабельным, потому что без знакомств и каких-то связей будет очень сложно в жизни. Необходимо иногда выходить из своей зоны комфорта. Только так ты будешь развиваться. Если какая-то идея пришла тебе в голову, то сразу же начинай ее воплощать, пока не пропал энтузиазм. Нужно ценить именно тех людей, которые помнят о тебе на расстоянии. Не все люди отвечают добром на добро, так что правило относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе, действуют просто не всегда. Не стесняйтесь делать комплименты другим людям. Увидели в Инстаграме какую-то красивую девушку, которая вам понравилась, так напишите, что она неплохо видит и... Ой. Ты неплохо видишь? Так напишите ей, что она неплохо выглядит. Людям будет приятно, а вам будет несложно. Если у вас выдался дерьмовый день и дерьмовое настроение, то просто сходите в кино на какой-нибудь хороший фильм. Если найти работу по душе, то работать-то по сути не придется. Мысли на самом деле материальные. Если вы видите какую-то красивую картинку из интернета и мечтаете, чтобы у вас было так же, просто приложите к этому хотя бы чуть-чуть усилий, а сила мысли сделает за вас все остальное. Только ты сам творишь свою жизнь, и это полностью твое дело, на что ты будешь тратить свою жизнь и свою молодость. Главное не забывать, что ответственность за твое будущее тоже лежит на тебе. Взрослая и самостоятельная жизнь – это очень трудно, поэтому не спешите взрослеть. И на этом все, это были все 19 вещей, которые я поняла за 19 лет. И обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх этому видео, если оно вам понравилось. И всех целую, до скорых встреч! У вас дерьмо, если у вас выдался... Да, Максим, выкнись, пожалуйста. И обязательно подписывайтесь на мой канал. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Сфоткаться нельзя. Все будут в комментах писать. Ей 19? Я думала, ей лет 13.